наконец-то мы доехали до Черного моря. Вот, ребята, впереди Черное море. Сейчас будем ехать вдоль побережья. Друзья, послушайте, как шумят цикады. Сплошной гул. Вот я на Черном море. Друзья, подъезжаю к Сочи. Такие здесь стройки грандиозные. Там свои, сам Сочи виднеется. Как бы это и так всю Сочи. Просто он растянут. Там, наверное, центр. Едем в городе Сочи по туннелю. Не знаю, сколько он длится, но говорят, что очень длинный. Короче, под горой, под какой-то проезжаем. Такой красивенький туннель. Всякие яркие лампочки горят, зелененькие, красненькие, желтенькие. Даже навигатор не работает в туннеле. Ладно, пока включимся, выезжать будем, включимся. Ага, вот мы уже приближаемся как к выходу. А, выезжаем и снова, что ли, заезжаем? Да, выезжаем и снова заезжаем. Еще один туннель. Красиво, красиво. Выезжаем с второго туннеля. В третий, однако, точно. Еще будем в третий сейчас заезжать. Развязки. Самокаты здесь тоже в ходу. Везде самокаты по всей России. Вон они. Катаются. Едем по Сочи. Сочи. Да. Такой у них здесь развлекательный центр торговый.
комплекс здоровый. Сочи в перемешку с лиственницей. Это так. Ботанический сад, так сад. Пальмы. Кустарники такие всякие разные. Необычные деревья, даже не знаю, как называется. А ну, какие-то там плоды есть. Речка, вода как молоко.